решили перестраховаться. У меня в руках 2 билета до Белграда. Очень многие мне подливают ЖНЖ. Пойдем. Наши прекрасные чемоданы. Надеюсь, что карты не обманывают. Поехали. Друзья, всем привет! Я безумно рада приветствовать вас на своем канале. Я очень соскучилась по Ютубу и рада, что после длительного перерыва наконец-то возвращаюсь сюда с огромным количеством новостей. Постараюсь все распределить на части, чтобы не сваливать все в одну кучу. Для тех, кто первый раз на моем канале, меня зовут Юля, я преподаватель публичных выступлений, техники речи, но на этом канале рассказываю о путешествиях, о жизни в эмиграции и о жизни в разных странах. Около полугода я прожила в Турции и сейчас несколько месяцев живу уже в Черногории. Давайте начнем с самого начала, с причин, по которым мы уехали из Турции. Причин было несколько. Основная причина — это были наши заканчивающиеся ВНЖ. Я говорю наши, потому что есть я и мой муж. В общем, наши ВНЖ заканчивались в апреле, и до нас стали доходить новости, что очень многим не продлевают ВНЖ. Причем это были сообщения не только в телеграм-каналах, а еще и от людей, которых мы лично знаем. Поэтому мы решили перестраховаться заранее, придумать себе какой-то план Б. И мы нашли прекрасный вариант, прекрасную страну Черногорию. Нас устроили правила въезда, выезда, нахождения в этой стране. Мы попрощались с нашей квартирой в Турции и отправились в аэропорт Стамбула. И несмотря на то, что мы старались не покупать много вещей, пока мы здесь живем, не получилось. Так, мы утром потратили 2 часа на то, чтобы как-то оптимизировать наши чемоданы, потому что у нас был постоянный перевес. В итоге мы избавились от многих вещей, что-то перекладывали в ручной кладь. Но в итоге все, каждый наш чемодан весит столько, сколько нужно. Ну что, мы на месте. Наши прекрасные чемоданы, которые мы упаковывали много-много часов. У нас были билеты до Подгорицы, это столица Черногории, с небольшой пересадкой в Белграде. И мы должны были около 8 вечера уже быть на месте. Как вы понимаете, ключевое слово «должны были». В Белграде мы уже были в салоне самолета, и нам сообщили, что наш вылет задерживается примерно на полчаса. Хорошо, что задержка действительно заняла не более получаса, поэтому почти в графике мы оказались в Подгорице. И мне кажется, что в целом наш переезд прошел достаточно легко, не считая вещей, которые нам пришлось оставить в Турции. Но из-за многочисленных переездов я уже достаточно легко отношусь к таким бытовым мелочам. И вот теперь мы в Черногории, в прекрасной светлой квартирке, 15 минут пешком до моря, Адриатическое море, шикарно, красивый город, спокойно, все замечательно. В общем-то, это основная новость, которую я вам хотела сообщить, что на этом канале теперь будут видео в основном о жизни в Черногории. Главу жизни в Турции мы закрываем, благодарим ее и отправляемся дальше. Часть вторая. Так как в Черногории можно находиться только 30 дней, дальше нужно выезжать из страны, мы уже сделали 2 визарана. Визаран. Я сделаю такую вставку. Run. В общем, первый наш визаран был в Белград, и давайте мы сейчас перенесемся туда на месяц назад и посмотрим, какой он Белград. Будет небольшая прогулочка. Поехали! Наше путешествие начинается прямо сейчас на железнодорожном вокзале в городе Бар. У меня в руках 2 билета до Белграда, поэтому посмотрим сегодня, как выглядит поезд из Черногории в Сербию. Железные дороги Черногории нас впечатлили, и сейчас вы сами поймете, почему. Поезда очень старые, и в нашем вагоне даже не закрывалась дверь в туалет. Так что, если вы любитель острых впечатлений, смело покупайте билет на этот поезд. Мы идем от ЖД Стокгольм Центр. Пока что ощущение, что мы где-то на МКАДе. Надеюсь, что карты не обманывают. Мы приехали рано утром, было холодно, дождливо, поэтому первое впечатление оказалось не самым приятным. Но дальше мы увидели Белград немного с другой стороны, и нам он показался таким городом контрастов, где не самые чистые улицы и граффити на каждом шагу соседствуют с интереснейшей архитектурой.
Вообще, Белград – это один из древнейших городов Европы, поэтому здесь совсем несложно найти здания, которые были построены в 15 или 16 веках. Еще история Белграда интересна тем, что он несколько раз подвергался бомбардировкам и во Вторую мировую войну, и относительно недавно, в 90-е. Об этом вы можете подробнее сами прочитать. Но в центре города до сих пор стоят руины зданий, которые никак не реконструируются, а остаются такой памятью об этих событиях. Мы на одной из центральных улиц Белграда, и здесь есть проход такой интересный. Это проход через дом. Пойдем. То есть проход через подъезд, можно увидеть лифт и лестницу к квартирам. Дальше небольшой дворик, снова подъезд, и мы оказываемся на соседней центральной улице. Класс. Тоже пешеходная. Кстати, в Белграде мы нашли много интересных атмосферных мест, где можно позавтракать, пообедать, поужинать или выпить. И цены очень даже ничего. И возвращаясь к архитектуре, хочу показать вам здание, в которое я влюбилась. Для меня оно оказалось одним из самых красивых. Это именно то, что вы видите сейчас у себя на экране. Это дом национального собрания. Здесь заседает сербский парламент. Дальше идем смотреть церковь Святого Марка. Ее постройка завершилась в 1930-х годах, и также здесь находится склеп, в котором покоятся выдающиеся деятели Сербии и члены королевской семьи. И, конечно же, мы не могли пройти мимо музея Николы Теслы. Он был основан в 1952 году. И несмотря на то, что само здание музея не очень большое, в нем хранится огромное количество рукописей Теслы, его записные книжки, письма и книги из личной библиотеки. Еще мы успели попасть в Белградскую крепость. Здесь находится смотровая площадка и слияние двух рек – Дуная и Савы. И, конечно же, мы не успели посмотреть все достопримечательности Белграда за один день, но зато это неплохая возможность вернуться и увидеть все остальное. И третья часть этого видео – это наши цели и ближайшие планы. В ближайших планах у нас есть грандиозная задачка получить ВНЖ Черногории, потому что есть много, в общем-то, плюсов получения ВНЖ Черногории. Мы можем податься на шенгенскую визу прямо здесь, мы можем не выезжать из страны, а спокойно жить и не мотаться каждый месяц, выбирая, куда бы нам поехать, в какую соседнюю страну. И еще разные бонусы в виде, например, местной сим-карты или местного банковского счета. Поэтому подписывайтесь на мой канал, если вы еще не сделали этого. А также обязательно ставьте лайк этому видео, ставьте комментарий. И еще важный к вам вопрос. Важный вопрос, просьба. Дорогие мои друзья, расскажите, пожалуйста, что вы хотели бы увидеть и услышать в следующем ролике на моем канале. Потому что, как вы понимаете, идей у меня сейчас много. Я могу сходить в супермаркет и поснимать там цены на продукты и сравнить их. Могу сделать рум-тур на квартиру. Могу рассказать, сколько мы тратим на жизнь за месяц, например, в Черногории. Или могу съездить в соседний город и показать вам его вместе с достопримечательностями. Так что пишите, я буду очень-очень благодарна вам за это. А также я вам уже благодарна за то, что вы досмотрели этот ролик до конца. Еще раз повторюсь, что безумно рада была видеть вас на своем канале. Желаю вам отличного дня и до новых встреч. Пока-пока!